Серега, да. Используй прицел. Это был? А ты говно! Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Локдог, Серега, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, омлетики. Сегодня мы продолжаем играть игру Raft, это третья серия. Есть теперь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание на плоту среди океана. Погнали. Пацаны, надо срочно жарить нам рыбу. Как всегда, будем сейчас, ребята, это 50 минут, кушать разную рыбу. Жрать, вкусняшки. Срать, ржать. Ну да, а что еще делать? Рыбучек. Нет. Короче, давайте что-то будем конкретно крафтить, просто скидываться ресами. У нас будет тогда что-то там, еда, допустим, чтобы быстрее готовилось. Картошка есть. Рыба. Ловись. Да иди в жопу, акула. Отлично. Я рыбу поймал. Так, мы правильно плывем? У нас там хватает предметов в океане? Нам нужен хлам. Чтобы было посветлее, нужен хлам. Да? Да, у меня вроде есть хлам. Сколько надо хлама? Мне надо еще 3 штучки, чтобы сделать. У меня 12 хлама, иди набери. О, идеально. На. Давай. Все, давай, делай нам. Ребята, давайте, сегодня мы должны максимально много всего накрафтить, для того, чтобы нам было проще выживать. Потому что мы будем опять всю серию еду добывать. А я хочу, чтобы в этой серии... Гриль надо сделать, да, нам? Чтобы без досок еду готовить. Так, давайте гриль делать. Что надо? Давайте, у меня много предметов есть, давайте скидываться. 6 досок, 2 железных слитка, 2 веревки. А 4 доски. Ой, уйди, чайка, уйди, мразь. Плохая чайка. Так, собираем. Так, железный слиток. А, у меня железная руда не обработанная. Надо ее переплавить. Так, нет. так, надо стоять на Е собирать все. Отлично. Отлично, Обычка. Отлично. И сюда быстрее, быстрее, быстрее. Отлично, не успел. Застрял в лестнице. Там доска. Не остров случайно сзади? О, смотрите, справа плот, разрушенный справа. О, лук, рулюем, лук. Быстрее, выруливаем туда. Чинг. И ту быстрей. Отлично, отлично, ребята. Сейчас нас ждет, наверное, большой улов. Я помню, мы так и развивались, когда мы большие плоты находили, только тогда получается круто все. Сейчас, короче, у нас будет столько ресурсов, что мы сделаем себе куча всяких классных штук. Да, пацаны? Я опять жрать хочу. Насколько я помню, он потом тонет, да, или что с ним происходит? А если как ты на него наступишь, он начинает потихоньку, медленно потонуть. А, да-да-да, да, кстати, надо воды мне попить, что такое? Иди нахуй, голову. Добывай рыбу, акула. Так, надо воды, наверное, да, понабирать в осушитель. А там есть. Не-не-не, маловато, я добираю. Давайте, пацаны, все сделаем, чтобы у нас было по красоте. Выливаем. Так. Что-то не вижу никаких ресов. Ну, плывем к плоду. Плоту. К плоду. Чуть-чуть надо вот так вот. Надо... Еще. А, этот не так рулюется. Чинг. Отлично, ребята. Нету смысла. Еще. Надо сделать... О, я поймал огромную рыбу. А как ее теперь жарить? Надо же гриль большой, который без досок. Да. Нам нужно в этой серии попробовать сделать гриль и что-то еще, и якорь не разовый. Так, там, о, там железный слиток готов, я второе железо ставлю плавиться. Пацаны, что-то ветер сегодня не в нашу сторону, но мы все равно приближаемся потихоньку или нет? Да. К нему, да, мы движемся. Возможно, надо флажок сейчас поскрафтить, чтобы понимать. Так, давайте на флажок, что нам надо для флажка? Флажок, флажок. Так, где давай, давайте вообще посмотрим. Так, это у нас находится... Акула жрёт. Ну, я скидывайте эту кабаку, вонючую. Так, я смотрим, а где у нас флажочек? Я уже забыл. Мы её убили. Убили. О, у нас сейчас будет много еды опять? Да. Сырое мясо акулы, 2 штуки. Кому головы раздавать? У меня 2 головы акулы. Так, я не вижу флажок почему-то. Я рахит? Парус. Весло. Флажок есть. Для флажка знаете, что мне надо? Мне надо гвозди.
И все, я сделаю флажок. А мне надо доски, я уже сделаю. Давай я тебе дам доски. На какое-то время нас акула оставит. А как скину тебя несколько досок? Несколько зажать вроде, чтобы... А, на кью. Точно. Так. Короче, что-то я скинул. Ой, накидал тебе куча всего. Забирайте хлам. Так, давай крафти нам этот. Не надо мне куличья голова. Давай рыбу буду жарить, потому что надо еда срочно. О, мы сейчас куда... А мы сейчас никуда не плывем, мы сейчас стоим на месте. Так, мы против ветра пытаемся плыть. Не-не, мы плывем все. Я пойду соберу там вещи, там все равно акулы пока что не будет. А я тоже, кстати, пойду. А, мы можем в море выкидывать предметы, пока... точно. Нужна еда, срочно. А жарится рыба. Жарится, так, надо удочку запилить. У меня места нема. Срочно. А у кого есть два лиановых сока? Так, для удочки дайте мне досок назад. У кого доски? Я плыву, ребята. Давай мне доски, я буду удочку делать, ловить рыбу, там мы сдохнем все с голоду. Ребят, плывите к тому плоту, к которому сейчас я плыву. Там сейчас чайка. Чё? Где чайка? Вонючая чайка. Из-за того, что много риса будет, некоторые предметы вылезут. На, попал. Да пофиг. Так, срочно надо еда мне. Сейчас акула, да, когда-то сжарится, надеюсь? Да. Можно я кусочек жарится. Всем акулы дадите? Да ешь, два хлама, два камня. Крутой плод. А мы приближаемся, да, к нему? Нет. А он тонет уже. А, вы поплыли туда вручную. В ножную, даже как правильно сказать. А что там, еда есть какая-то, не? Нет, тут два хлама, два камня, это весь лут. Блин, это что, обманка была? Короче, давайте... А, хотел уже от вас отплывать, от ветра плыть. Я грибу к вам. А, весло сделал? Я думал, как мы так плыть начинаем? Оно у меня осталось еще с первой серии. Молодец. Кстати, с нами люди записывают разные иногда. Так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. И не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. О, по пути говно всякое сейчас тут соберу. Акула. Ты не в тот путь идешь. Все, акула? Акула, акула. Я съем, не, я акулу ем где просто. Акула, где? Ты не я пугай, Тима. Боишься это слово, акула? Я тоже. Ну, конечно, она возьмет за жопу, укусит и все. Так, когда будете на плоту, я разворачиваю паруса. Нет. Да. Подкинь мне дерево. Ага. Мясо дожарилось. Ух, все. А, не туда докидывай, Леша. Мне надо срочно есть. Так, давайте удочку. Дайте мне на... А, я могу делать удочку, что я ору здесь. Все, пацаны, добывай нам пищу. Разворачиваем, короче, по поводу ветра. Так, чпоньк. Вон флажок есть. Ну что, ускоряемся, да? Да будем быстро плыть. О, наконец. Давайте прям четко за ветром поставим. Вот так. Воды вообще нету, да? Ой, я упал. Один железный слиток для гриля есть. Так, а как его сделать? О, так скиньте мне, скиньте. Скиньте. О, я буду сейчас рыбу на гриле жарить. Я скину, возьмите, вы че, куда ушли? Ну ты скидываешь и все, и куда? Ну, на, держи. Так, нормально, плывем, скорость большая, не вижу хлама никакого вообще. Делай гриль, быстрее. Сейчас, веревка одна. Так, нужна. А я буду дальше ловить рыбу, пока держи. Пацаны гриль крафтят. Надо же веревку. Так, и акула шесть плавает. Еще. А есть? Шесть пацаны, есть такая здесь штука, чтобы акулу ловить? Или одна только доска. Надо добивать ее копьями? Дайте одну доску человеку. Одна доска есть, Дим? И сделаем гриль. На, держи. Вот. Нет, я все подкинул в печки. Все, все, все. А че нам хлам не встречается? Что такое? О, вижу! Нет, нет, два. Надо левее плыть. Весь хлам еноту отдал. Не, имею в виду этот хлам на воде. То пустая этот. Вот так вот надо плыть. Нету, ой, ну, куда я хаваю? Ребята, собираем мусор потихоньку, приближаемся. Чуть-чуть правее. Все, очень классная игруха. Так, что еще? Давайте что-то еще будем. Что нам еще надо для того, чтобы классно выживать? Дим, смотри, гриль. Ой, все, красота. Давайте буду... У меня... А сколько туда можно рыбы накидать? Три. А, ну, блин, вот давайте видишь, еще один... А, нет, для одного гриля пока мест достаточно. Надо еще, конечно. Давайте тогда тут буду жарить справа, рыбу. Справа вижу какой-то. Ну, не, мусор. Я могу вторую сразу. У меня все, вторая гриль. Два есть гриля у нас? Давай, да, у меня были ресурсы. Давай, это же жир. Давай тебе мы дали. Плывем к острову. Да, отлично, отлично, нам ребята. Гриля нужно будет переставить.
Ничего, мы сейчас будем плот увеличивать. Сейчас, короче, ударимся на увеличение плота, чтобы он в длину был. Мы могли наставить сеток, и сетки нам будут хлам, да, ловить сами? Ну, ты съела куре мясо? Одно, да, потому что у меня вообще еда, все. Вот сейчас... я подыхаю, у меня там миллиметр голода остался. Так, а я пока рыбу буду жарить. Я тоже такой был. Чиньк. Чиньк. Ты ж там жри-то жри, но ты, блин, имей совесть, обжора. Чавкаешь, ты ж до полного решил добить себе или что? Да. Не, я половину себе хотя бы делаю. О, акула вернулась, тварь этого. Так мы ее сейчас добьем, и еще раз у нас будет куча мяса. Это же круто. Отлично. Вторая. Еще одну рыбку ловлю. Дай, пожалуйста, у кого есть два лиановых сока? Можно мне, пожалуйста? Ого. У меня есть водоросли. Сейчас а что ты будешь крафтить? Бутылки он, наверное, хочет сделать. Да. А для чего бутылки? Чтобы вода была сама? А это чтобы туда воду больше помещается. Там, короче, на 4 носить. Глотка можно сразу. Типа. А, короче, набрасываю еще рыбу. А у нас все грили забиты едой, что ли? Да. Вот еще есть. Только дерево не мое. У нас вся рыба готова, ребят. Кому надо есть? Я дерево бросаю, пацаны. Мне нужна одна рыбка. Слева, справа остров. Отлично. Отлично. Попьем водички. Пока мы с едой, я вижу, у нас полегче, да, стало чуть-чуть? Вообще обалдеж. Блин, взяли, сожрали, все. Да, Серега, сейчас еще буду жарить рыбу, у меня есть еще рыба, на. Где у нас тут грили? Вот, жарится. Чего ты? Не этот, не паникуй. Я сам люблю орать. Короче, давайте сейчас сделаем свет, сейчас ночь будет, чтобы было хорошо видно ночью, а то плоховато видно. Еще YouTube затемняет. Мы приближаемся к острову? Да, да. Я. Отлично, давайте чуть-чуть правее дорогу. Взять надо, вот так вот. Ну что, акула, клюй на удочку. А мы можем теперь на гриле большой кусок рыбы, да, пожарить? Да. Так, да. Надо большую рыбу срочно поймать. Я пойду бочки лутать. Давай. Акула. Да ладно. Насрать. Подлец такая. Ничего. Отлично. Жарим рыбку. Вы где? Чиньк. Чиньк. Отлично. Ой, вообще жирно у нас. Так, пацаны, сейчас еще пару рыбок поймаю, чтобы у вас было. Давайте скрафтим факелы. Что для факела надо, пацаны? Будем смотреть. Надо, получается, гвозди, работает. Дерево и хлам, да, блядь. Все, я на плоту. Я урвал три посылки. А, да, три пластик. Посылки. Ребят, помогите, я там в море лежу. Так, ну там что? Там якорь временный скрафтить. У нас нет вообще никакого? Нету сейчас. А, был сейчас же. Скрафчу. Помогите мне, он я одна, он на один раз. Генок, помоги мне. Чем? Так, изучено. На кровать мне положи. А где ты? Я в море лежу сзади плота. Вот ровно так, позади. Так, паруса убираю, потом. А какую кнопку убирать паруса, я уже забыл. Я уже. А, Икс. А где ты там? Вот ровно позади плота. Я его не вижу, вы видите? Да, блин, тут акула плавает, еще и ночь. Мы уплываем. Очень стрёмно. Ребят, не уплывайте, я поплыву за этим... Это ветру скажи. Сереж, что это ветру... Нормально, под рулевым, ребята. Никто никуда не уплывет, все хорошо. А надо этого спасти, Локдога. Ну я его пытался. Я его пытался, но там не видно его нифига. Надо не дождаться. Ветер, подлец, сегодня не в нашу сторону. А меня кто-то несет. Да? Вот, я тебя вижу. Так, давайте уберем парус. Нет, не убрать это. Сейчас меня, походу, надо будет нести. Не, Дим, мы отплываем. А я вот хочу максимально рулевать, а оно не хочет. Сережка. Надо весло, у кого весло есть, подрулевывайте. У меня на один кус. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот-вот, спас. Отлично, что ему надо сделать, чтобы ему дать? Что ему надо дать, воды? А он все, он встал. А, понял. Он сам встал. Сейчас бы Дима, мне кажется, Ванга был, говорил то, что будем вчетвером валяться дохлые, просите помощи. Было бы, кстати, прикольно. Две чайки? Чайка, серьезно? Вонючая, иди сюда. Да, потому что две грядки. Чем больше грядок, тем больше чаек. Так, ловлю рыбу, потому что мы опять с голоду сдохнем. Давайте факел, что надо для факела, я вам скину. Для факела надо. Сейчас. Это и так светловато. Или а нет? Я, 4 доски мне не хватает для факела.
Блин, а у меня нет доски, к сожалению. А вот дерево, мы сейчас можем же пойти добыть. У меня же есть? Да, у меня есть. Сейчас пойду добуду. У меня есть топор. Мы вообще отплываем. Ну это ветер, видишь, дует противоположно. Убери просто паруса вообще. Один уберите, один оставьте. Мы это... Сейчас хочу большую рыбу поймать, чтобы у нас было много еды. Нет, не получается. Конечно, еще пальмы раз. Есть. Я успею залутаться к вам приплыть? Да, наверное, да. Потому что у меня на 2 укуса хп. А как тебе жизнь выполнять? Надо кушать, да? Надо, я со временем очень медленно исполняется со временем. Ну, либо лечь на кровать. Вам либо весло крафтить и за мной плыть. Я все ценное вроде такое забрал, а нас и это все забрал. Не, я доплыву к вам. Так, рыбу жарю, отлично. Давайте будем хлам вылавливать, которого здесь нету. Акула, тварь. Я думал, будет все-таки налетать, но нет. Так, на удочку у меня ничего нету, ни доски, ни веревки. Две веревки только. О, обманул. Что, да? Давайте разворачиваем паруса, тогда плывем. Ну, тогда придется, да, пропустить это. Мы не плутали ничего там? Не, ничего не плутали. А на дне? Из-за ветра. Не получится из-за ветра. А так мне нужно тупо сколько? Одна доска и две веревки. Я добыл что-то дерево. Так. И я добыл еще семечко. Поплыли. Все, я сделал. Надо поставить только. О, хлам впереди. Отлично. Дим, фонарь вот возьми и вставь его куда хочешь. А где он? Там мне место. А вот он прям возле тебя. Ставь куда тебе. О. Здесь два стоит, он там можешь поставить. Да, темно поставлю вот здесь вот. Акула его еще не откусила, а вот так вот. О, отлично вообще. Так, ну что, идемте на передок, нажимаем Е и собираем весь хлам. Доски, кстати, давайте... Что нам, короче, еще надо? Опреснитель есть, для еды мы все сделали. Так, что еще можно? Для сюжетки, что для сюжетки надо нам крафтить? Для сюжетки нам надо построить одну батарею. Что для батареи надо? Для батареи надо, а у меня есть батарея одна. Ты что, мочишь? Давай делаем тогда. А нам нужна микросхема. Как делать? А где ты это смотришь? На таб. На таб, а где именно? Какой раздел? Гвоздик. Так. Получается, там есть микросхема, шнир. А, вижу, так. Вот. Мастик, то, что нам надо... Медный слиток и сок лианы, нифига себе. Да, нам сейчас это надо скрафтить. И из этого потом мы сделаем... Сейчас где-то... Или я это не изучил? У меня есть медь две штуки, но это не слиток, но просто две штуки меди есть. Мне надо скрафтить, короче, одну микро... Даже две микросхемы надо. Ого. Или даже три. Я не помню, надо сначала приемник сначала изучить. Чтобы изучить, нужна микросхема. Нифига себе. Медь у нас есть. Да, короче, изучаем. У нас акула жрет. Где эта тварь? Серега бьет. Надо мне тоже будет скрафтить оружие. Впереди большой остров. Ах, ты кто-то упал. Надо скрафтить якорь. Впереди большой остров. Давайте для якоря что-то будем крафтить. Пацаны, ну? Надо я еще мне две веревки и одна доска. Так, давайте две веревки дам, на. А ты какой якорь? И доску на тебе одну. О, давай. Одноразовый якорь? Да, одноразовый. Давай хотя бы такой, чтобы мы остров могли залутать. А остров не маленький, я вижу, да, ребята? Да, поэтому красиво смотрится очень. Так, у нас уже такой обжитый островок, все нормально. Надо очень паруса немного передвинуть. А, да, надо вправо сделать. Надо еще хранилище делать. Надо весло, где весло? И веслом, если что, подгребать. Так. Весло мое сейчас уже скоро сломается, у нее вообще там миллиметр. А что ты такие некачественные весла делаешь? Нормально надо было весло делать. Да, оно с первой серии у меня ковыряется. Так, весло, ага, для него тоже надо пластик, веревка, да. Доски. Мне нужно 7 досок и 3 веревки. Доски я собираю сейчас. Для одного очень хорошего и полезного крафта. Так, доска моя. Ой, красота вообще, загребли. Ой, там ящик вдалеке плывет. Ну ладно. Где ящик? Ну вон вдалеке, там где пальмы. Так, весло. Ты не успеешь выплыть, пластик. Да. Так, веревки надо две штуки. Веревки я могу уже сделать. Отлично. Минут есть одно, сок лианы один. Так, я уже запутался. У меня есть водоросли. Ну поставь еще водоросли тоже. Так, мне надо пластика.
и доски. Ого, остров. Большой, да? Ого, он гигантский. Это еще дождь, а когда дождь пройдет, Дим, тебе пластик нужен? Да, давайте, мне надо пластик. Пластик в сундуке, да. Дим. Пластик весь... Есть 10 пластиков в сундуке, и там же есть камень. У меня 20. Так. Так, что я нажимаю Е, но не открывается, не понял. Потому что кто-то другой... А, понял, все, понял. На, так, где мой стаканчик? Мне надо водички бахнуть. Держи, Дим, открывай. Так, ой, не то нажимаю. Чинг. Чинг. А надо подрулить чинг. Право. Потому что мы сейчас воткнемся в скалу. Так. Жрет. Нет. Не жрет. Тебя жрет. Надо, ну, короче, немножко, Дима, правее, да, вот так вот, так. Это, кажись, какой-то необычный остров, там, возможно, корабль будет или еще. О, так это может сюжетный остров? Не, нет, да. Не сюжетный. Это может быть постсюжетный. Вот на сюжетный. Забирай сок. Забирай сок. Так, ветра опять, да, не в нашу сторону сейчас играет? Брат... Опять в противоположную сторону дует. Я сбросил. Че, якорь сбросил? Да, все, вон он остров, пойдем изучать. Ну что, полетели, пацаны, только давайте все вместе будем идти. Это было интересно. Угу. Только мне сейчас надо... Еду, да? Не-не-не, мне надо сейчас... Бросили якорь? Крафтить хранилище. Да-да-да, якорь бросили. А я плыву и хлам собираю. О, роскошная жизнь. Да, нормально. Бомжи так и живут водные. То есть ты на что-то намекаешь? Так мы бомжиш, у нас же нет определенного места жительства. Нет, плод, почему? Ну, а он же не на месте стоит. Пещера. Тут под водой пещера подводная. Тут лук. Да? Да, я нашел. Ну давайте будем исследовать. Дофига? Плюс два болта. Тут куча ящиков, тут куча ресов. Блин, ну ты читер. Я, короче, пойду по верху острова. А ты уже забил всем. Ну, капец. Да. Ну, Серега. Я забил хранилище говном. Можно еще сделать пару хранилищ там для еды там? А я здесь, у нас нет еще ресурсов. А что нужно тебе еще? Пластик 8 и хлам. Хлам 1 и веревки 2. Там куча пластика. Какая-то тварь меня бьет. Я изготовил большое хранилище, которое большое. Пацаны, мне кто-то удамажит. Это птица, наверное. Да? Вот тварь. Птица? Не белица. О, это что? Бамбуки. Давай ставь. Какие-то бамбуки. Деревья в куча. На место туалета. Я могу себе сделать, допустим... Что мне надо для топора? Долбанная птица, это она, блин, всех дамажит, Дим. Да-да-да, я понял уже. Ребята, у нас здесь теперь на плоту роскошное хранилище, куда можно... Так. Календарь даже есть. Луки и стрелы есть тут? Да. Вообще красота. Крючки, топоры. Да, у меня просто не нужно. О, изготовить. Блокдок, корабль. Красота. У меня нету. А сколько дерева надо бить, чтобы его добыть? А не все, да, деревья можно добывать? Да. Там, да, не все. Только те, которые ты подходишь, и там будет, типа, топор ударить. А мне нужны доски. Я уже 3 дерева срубил. Ну блин, Серега, сколько падает дерева? Деревьев, сколько падает кусков? Нельзя. А чё мне не попадаются деревья, которые рубить можно? А там именно пальмовые, смотри. А, я прям такие хочу толстые срубить. Нафиг тебе. Нельзя. Как раз их нельзя. Вот как раз их нельзя рубить. А так вы же вот вылезли, и тут же вот есть прям деревья. Рубите сколько хотите, куда вы внутрь-то пошли. А я хочу остров изучить, тут же прикольно. Я вокруг острова бегаю и рублю деревья. Серега, видишь, как он вначале пропустил? Желтый цветок, не надо? Не, это чисто как краситель. Понял, у меня еда кончается потихоньку. А, есть у меня с собой еда, я красавчик. Запасся едой. Это лично. У меня все закончилось, а кокосы есть, я буду кокосы хавать. Абрикосовый мальчик по имени Енот. О, тут антилопа Гну бегает по карте. Антилоп лучше не трогать. О, куда? А я могу ее, да, забить копьем? А ну иди сюда, сволочь. Да, но... Козел это бегает, маленький, черный. Я его не догоню. Тогда не страшно. О! Вон, смотри, видишь, побежал? Да, вижу. Добьем его или нет?
А у меня нечем. Мне... А его можно? А, нет, все, есть чем. Все. Твою мать, кабан. Рильно, погнали. Что там было изучено? Миска. Так, что-то этот. Я его не вижу, где он. А он побежал наверх. Вот он. Так, бежим, будем мочить козла. Дима, на тебя бежит. Я не могу попасть, да, мне тут непривычная задержка в этот, в ударе. Он вперед бежит. Да я вижу. Догоним или нет? Я думаю, догоним мы его. С него шерсть получим и изучим, и вообще балдеж будет. О, ударил. Сколько ж надо раз ударить, интересно? Короче, пошел дальше изучать остров. Этот козел какой-то козел. Я на самый верх залез. О, и вижу тут... пальму, которую можно срубить. Отлично. И тут постройки какие-то, Дима, стоят деревянные. О, какой. Вот это можешь найти записные книжки, и там будет рассказываться что-то история. Понял, доски, сейчас... кокосы. Макосы. Сейчас найду... Тут эта тупая птица пытается меня убить, но у нее ничего не получается. А мы можем сделать ей по крыше себе, да? Да. Может, давайте сейчас все это... Давайте все будем скидываться деревом и сделаем плот красивый, чтобы у нас был большой. Ну, большой... Ну, можно, да, или... Хотя бы стены, да. Он не знает, сделать, чтобы было уютно у нас там. Если шторм, дождь, но... мы туда будем заходить и тусоваться там. Ну, тогда надо будет туда все здесь под водой облутать, нет, чтобы укрепить плот. Потому что здесь можно, Дим, укрепить плот так сильно, что акула даже кусать его не станет. Да, там нужно сможете, очень наверное. Много железных болтов, короче. Надо много шарниров. Да, болтов тоже. Я почти убил. Плот немножко я сделал в длину, пусть будет, чтобы нам было удобнее хлам собирать. Ну что, пацаны, мы тогда что, поплыли, догоните? Поплыли, тут только дерево, Дим. Да тут чайка. Ой, я чайку убил, я могу ее съесть? Да. Нет, птица, отстань. Там птица мясо выпадет, перо. И голова может ее выпадет. Перо. Я столько дерева поднял. Так, давайте будем сейчас, короче, да. Увеличивать плот. Я все лутайтесь. Дерево вложил тоже. Под водой лутайтесь. Нам под водой надо все вытащить тогда, Дим. Сейчас будем вытаскать тогда, что делать? Ребят, нужно 3 железных слитка, шарнир лежит в ящике каком-то, 6 веревок и 10 досок. Чтобы скрафтить ямки, которым можно пользоваться всегда. Доски, я думаю, вы найдете, ну, Сереге триллион штук. Тут еще в острове, я тут бегаю, тут куча еще деревьев. У меня 31 штука дерева. Вот, отдай 10 еноту, короче. Енот, там в ящике лежит шарнир вроде. А железные шлитки, я там железные, 2 железные руды, короче. Я барана убиваю. У тебя есть железная руда, енот? Пацаны, тут что-то обсуждают, собой? Я сижу себе. Да. Просто на плоту тусуюсь. Лежит большом, а вторая переплавливается. Акула, тоже... тварь! Я испугался, блин. Да блин, я прям лицом к лицу с ней встретился. Надо потом металлоискатель буду скрафчить. Пацаны, плот уплывает, давайте. Ой, тут столько деревьев, Дима, ты куда? Да я шучу, я проверяю, как вы реагируете. Просто мне скучно, я иду к вам, а я не знаю, где вы. Впереди. Серёг, лови, я почти добил. Меня задолбала она уже. Я иду куда-то. Ой, блин. Где это бебе? Да вон убежала куда-то, я за ней... Нет, енот, не туда. А я могу рыбу под водой убивать, охотиться копьем? А тут ресы будут. Я вижу. Ой-ой-ой, что-то будет. Ой, ящик. О, сколько всего. Что там? Я перегружен. А давайте я иду к вам забирать, что надо, куда идти? А я уже все забрал. Ну блин, да вы все забираете, мне ничего не оставляете. Лопату, Дим, можешь лопату скрафтить, тут можно покопать. Да? Да, я тебе покажу место, покопаешь. А у меня нету лопаты. А надо скрафтить. Она туда убежала, енот, он куда-то. Так. А лопату не. А стоп. А я могу скрафтить лопату. А металлоискатель, там микросхема нужна? Вон она слева, енот. Вижу. Микросхема? А микросхему можно просто найти здесь? Я антенну нашел, ребят. На самом верху здесь антенна какая-то. Ой, стой, не... подожди. Я ее никак не могу забрать. Как птица вонючая, отвали. Там сейчас будет интересно, там вроде какой-то лут будет. Я забрал оттуда... слитки железа, слиток меди. Сколько железа? Один. Один, блин. Случайно, что один? Пацаны, вы где?
Я тут все еще на этом же месте, там, где Дима и бегали за этой козлой. За козлой? Бараном. Да, я все еще за ним бегаю. Ты дурак, что ли? Уже второй круг карты уже я сейчас нарежу. Ты до сих пор бегаешь. Да потому что бегает, я делаю по одному, по два удара. Серега, а как ты наверх пробрался? А он пропрыгал. Хитрый. Он пропрыгал. По скале прям пропрыгал, да. Я не могу найти скалу, которая у плота, короче, ближайшая. Да. Нет. Просто рандомно выбирай и прыгай. Ну, все, я оттуда все залутал, там, блин, ну, арбузные семечки только и ананасовые. У меня места нету для них. Ого, ты сколько запрыгивал? На самую макушку? Да, на самый верх. Нифига себе, а ты можешь высоко спрыгнуть и разобьешься? Да. Вот, блин. Здесь вроде... А, да, здесь получаешь урон падения. А, нет, причем приличный. Получал, короче. Смотри, раньше не получал, а с новыми обновлениями получаешь. Вот хитрые, молодцы. Блин. О, а пацаны, вот... я сзади вас, подождите. А вот теперь как мне спуститься? О, это ты. Такой вопрос. Я бараном бьюсь. А ты ж видишь, не могу попасть. Как по нему попасть? Ты уже его сколько раз ударил? Не знаю, нет, раз... Нет, раз... Как ты смотришь? 13 где-то. А-а-а. Я не знаю, как спуститься, но я спускаюсь с этой горы. Серега, я тебя хочу увидеть, где ты будешь там спускаться. А, я вижу тебя. Ребята, ты вон видишь? Серега. Да, я тебя вижу, давай. Покажи подписчикам, как тогда правильно умирать от падения. Смотри. Бежит, 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 бежит. Потихонечку, аккуратно. Ну? Я снимаю. Молодец, Серега. Упал, 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 упал. Этот, у меня сейчас вода кончится, надо быстрее на плот. Бежим, бежим, бежим. Да не могу бежать, все. Минус один. Пожрать у меня ничего нету. Ну блин, пацаны, не поминайте лихо. У меня все, у меня голод. У меня тоже. Вода пой надо срочно. Есть два готовых окорочка. То я это чайку убил, хочу съесть. Оставьте один. Короче, что кому нужно? У меня дофига дерева. Давай, я, короче, будем этот, сделаем немножко плот. Может, как стены тут делать? Легко, да? Так же самое? Тварь акула. Надо с якорем разобраться, Дим. Чтобы на постоянку, да, было у нас? Дай мне один железный слиток, один. Рочок. Ага. Три веревки и четыре доски. И один шарник я найду. А, ну я могу спорить. У меня есть болт. А шо ж вы воду не набрали? Вот рахиты. Так, три веревки, и что ты еще говорил? Один железный слиток у тебя еще найдется? Я тебе кину уже его. Ага. Набираем побольше воды. Че, отплываем от острова? Какой отплываем? Да, давай, я тут сейчас сдохну. Енота нафиг. А он еще на острове, да, козла бьет? Болта у вас не будет. Четыре доски нужно. Пока я козла... не доплыву. Пока козла не будет, на остров не ногой. Ой, на плот не ногой. Хорошо, я выбрасываю батареи, выбрасываю болт, выбрасываю стекло. Что тут еще у меня? Рецепт выбрасываю. Выбрасывай, выбрасывай. Лучше жить. Медь выбрасывай. Выбрасывай. Нам для плат не надо иметь, надо алюминий. Нет, надо как бы медь. Да? Четыре доски нужно. Четыре доски, так, вот раз... А че вода не... Когда солнца нет, вода не плавится, не? Вода, да. Вода? О, я свеклу могу съесть. Есть свеклу, что еще есть? Камни не едятся. Арбуз там были, а она все сожрала, да? Да, арбузная семечка есть. Жрет, 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 жрет. Где, 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 вода. Где? Вон тварь. Отлично. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. И кушать очень сильно, очень сильно. У меня есть манговое семечко, я его посажу где-нибудь. Давай. Нет, все занят. Все нет, занято. Вот здесь одно. Вроде. Так, веревку давайте скрафтим. Я буду жрать другой. Так. Что я могу еще скрафтить? Ничего не могу скрафтить, а? Нужно вода. У нас что есть? А тут есть, короче, палатка, чтобы утро наступало или нет? Нужно 4 кровати. Ой, я удочку отрыл какую-то модную, размодную. Надо хлама мне и болтов. Ребят, теперь забудьте про слово якорь, который не всегда не готовится. Короче. Ему нужна дырка, локдок. Я знаю, что ему нужна дырка. Мне бы место, куда его пристроить. Так, мы уже далеко отплываем? Все, отплываем, да? Давай. Нет, сейчас. Там же что дерево нет? Полно. Нам надо под водой все залутать. А, давайте тогда ждем утра, потому что сильно темно. Мы же так никуда не продвинемся, темно. Если будем с острова на остров. Да, это вот так и надо делать. Дерево. Дайте мне много дерева, пожалуйста. Ты где? Вот я. На. Дайте кто-то мне этот болт и хлам три штуки. Я сделаю удочку и буду рыбу ловить. На, на тебе болт. Я выкинул болт. Так. И вот хлам две штуки.
Так, надо еще один хлам. В ящике посмотри, там куча. На, Дим. Ой, все. О, теперь у меня удочка, короче, ребята, модная будет. Дима, размодная. У нас, посмотри, какой якорь стоит тут, модный. Ну-ка. Вот здесь, смотри, какой. Дим, да ты туда... куда пошел? А я же как рахит. Не туда же. Ого, у нас теперь все серьезно? Да. Красавелла, брателла. Дим, ты хотел пить? Там есть. Кстати, а я уже все сделал, я уже попил. Чтобы укрепить, надо, кстати, вокруг, именно вокруг якоря укрепить зону. Именно вокруг якоря, чтобы его акула не сломала еще. А то сломает, так. Будет вообще плохо. Умбрию поймал сырую, давайте будем сразу... Уже сколько? Чи-чи-чик. Надо 7 железных слитков, 14 гвоздей. Умбрия. Это очень много надо. 14 гвоздей. Смотри, просто еще пристрой к нему и все. Так, сейчас, короче, будет день, и мы будем, ребята, нырять под воду и вылавливать... 18 гвоздей. Ресурсы. Ой, не то нажал. Тебе гвоздь надо? Нет, у меня 18 гвоздей, нужно еще сколько... Зачем нам прямо сейчас надо укреплять? Ты это что? Позже. Ты... Позже укрепим. Человек умный. А это только один кубик укрепится или весь плод по кругу? Не-не, один кубик. Да, не, это что-то так много, мало. Не, она не сожрет следующие слои, пока не будет сожжен весь первый слой. Ах ты, чайка, тварь. Ты смотри, грамотейка нашлась тут. Так, пацаны, еще рыбу ложу. Это жарим. Здесь еще есть что? Ой, это хорошо, сейчас туда. Там столько хлама впереди плота нашего. Так, а железную руду где можно найти? А у меня, походу... А, сейчас посмотрю. Сейчас. Подо мной? Да, под плотом, на дне. А как она выглядит? Как железо. Я хочу, знаете, что потом сделать? Когда мы отплывем очень далеко-далеко в океане, попробовать до дна прям достать. Смогу я или нет? А там ничего нету. Пусто? Там сожрет акула. Тебя сожрет акула. А, блин. Быстрее, чем ты скажешь привет ей. Они там голодные. Может, якорь сбросим, а паруса опустим пока что, а? Да-да-да, давайте. Рвутся еще вдруг. Тогда я этот... А вы это спустили якорь? Да. Так, все, этот я тогда отцепляю. Пик, пик, чик. Нам нужно еще медь. Все, вообще, у нас такой кайф тут. Так, черная семечка выбрасываем. Так, еда кому надо, тут уже жарится уже хорошо. Там одна рыбка пожарилась. А как семечко получить? Я забыл реально. Песок. Семечко, там с чем-то каким-то шансом выпадает. Так, а что он? А, используется. О, Сережка лианы собирает. Нет, лианы. Камни. Камни? Прикольно. Камни тоже хорошо, и водоросли, если увидишь. Там, тоже. Глину. Так, уже утро. Глина вообще очень сильно нужна. Сейчас, короче, все вместе начинаем тупо нырять и добиваем глину. Уже добываем. Да? Ай-яй-яй. Что там, акула? Нет, взрывающаяся хрень, Серег, тебя жрут. О, Серега. Меня никто не жрет. А там акула была. Вижу, она вижу, мимо, вижу. Мимо меня вообще проплыла. Смотрите, там есть, короче, рыба такая, она взрывается и делает очень больно и травит вас. Ее да? Тяжело убить, но с нее потом можно сделать пороховое оружие. Фига себе, ты знаток. Меня акула не трогает вообще. А уверен? Вот сейчас укусила. Меня тоже кусает изредка. А если мы будем четвером, все она будет по очереди и будет потихоньку дамажить всех. А я сейчас сдохну. Не, я не буду. Ай! Под водой пещера назад. Какая-то есть. Да, уже говорили, Серёж, ты ее походу не слышал. Я ее бутал. А выныривай! Не знаю. Ух, так можно и обосраться. Так, ждем этот железо. Я собираю глину или что это чик? Под водой, не знаю. Так, близно... надо мне поесть. Аминь. Железная руда под водой редкая. О, еда есть. Я надену... Ребята. Отлично. Хлам. Отлично. Поднимайся тогда вверх, вовсе. Так, что у нас тут с водичкой? Выпьем. Здорово. Давайте дольем туда. Чик. А где железный чик? Я подобрал его. Куда он мог пропасть? Не, дай. Зачем тебе он? Я много камней. Ой, утро красиво очень здесь. Смотрите, какой рассвет.
Ну чё, у меня жизни медленно восстанавливаются, ну, сейчас будем прыгать вниз. Ино, дай железный слиток, пожалуйста. Зачем тебе он? Мне нужен. Я зачем? Нужен это все, конечно. Охренеть, сейчас какой-нибудь потратишь на усиление плота смысл? Это слишком много ресурсов от одного. Давайте что-то более важное. Зачем нам реально укрепление плота? Нам сейчас нужно сделать антенну. У нас есть чертеж антенны. Я жрать хочу. У меня есть чертеж, знаете чего? У нас есть... Приемник. У меня есть чертеж приемника. Приемник, ты приемник. Он у нас уже изучен, нам осталось только крафт. Все, да? Сейчас будет у нас. Так, а я буду дальше рыбу ловить. Что ты будешь делать там? Я? Смотри, сейчас что появится. Ну? Изучена антенна. Отлично. Лично, ребята, мы начинаем продвигаться по сюжетке. Приемник. Я столько глины нашел, кусков 8. Ого. Ого, это хорошо, Серега, ты молодец. Это галимая глина. Галимая глина? Да. Нормально, мы так уже обжились. Прямо в этой серии хорошо мы сделали якорь. Очень хорошо. Сделали два мангала. Ну, будем называть мангал гриле. Так, жарим да еще рыбку, чтобы у пацанов сюда было так. Что поесть. Медь там, медь обитает на стенках. На стенках чего? В воде на стенках. Это. Острова. Понял. Да. О, я вижу наш якорь. Он уперся об стенку, кстати, он до дна не... Ого, здесь глубоко. Я же, знаете, хочу плыву. Акула, тварь, не трогай меня. Серега, там рыбка жарится, все есть. Есть две рыбки. Я бегу к острову. Ой, тьфу, блин, это к плоту. Так, еще одну поймаю. Плот, а у нас реальный. Оббегайте остров вокруг и везде ныряйте, где есть типа кораллы. Там лут будет. Да? Где просто пустая песчаная местность, там нету. Отлично. Давайте еще сюда положу. Ты уже поплывем уже? Не-не, надо дальше, да, добывать? Да, пока что вот... А есть здесь ресурсы? Рядом. Давайте за кем? Давай енота за тобой нырну, покажи, где добывать. Погнали. Железо. Ого, солдатиком. Посмотри, Дим, да. Видишь вот там вдалеке рыба? Да. К ней не подплывай, либо она тебя загрит. А я видел, она, короче, взрывается, такое зеленое появляется вокруг. Да, она меня уже отравила, смотри. О, вот это железо, да, лежит? Здесь уже все забрали. Не, вот еще железо, я не знаю, железо это? Хлам. Вот это хлам, добывай его. Вот, ее взорвали, лучше выплыви, если у тебя... Тварь! Она тебе снесет больше половины хп. Если у тебя максимальное количество. Я умру сейчас, пацаны, если что, кидайте меня в кочерыжку. Не, Дима, она на еноту сейчас загрелась, так что ты выживешь. Давай. Это ты сдаться и перезапустить. Мир сохранен. Не, не, не. Я сейчас тебе сдамся. Я тебя съем. Ой, вижу, меня кто-то несет. У тебя ресурсы пропадут тогда. Не надо, не надо. Если ты сдашься. Никогда не сдавайся, Димка. Давай. Все, я возродился. Самурай. Я воскрес. Нет. Герои не вмирают. За мной эта рыба плывет. Вонючая, да? Да. Ах ты, чайка, подлюка. Так, о, я убил чайку. Да? Так, перо. И сосиски сырые. Короче говоря, весь хлам добытый я ложу в сундук. Вот хлам, камень 13 штук, глина 7 штук. Тут рыба что-то делает в сундуке. Да? Да. Рыбу наложил туда. Да. Тайничок, блин, его нашел. Так, я тоже хлама накидал туда. Где акула? А у меня сломался, она доела. Ах, это все мне надо. Последние два удара на нее потратил. Так, болты. Так, глина. А песка нема, да, у нас? Короче, кидай 12 перьев, если что, лежит в этом. Кому надо тебе? Мне нужен песок. Песок? Вот тут лежит два песка, я положил в инвентарь. О, давай. Че, в хламидницу. Хламидница. А для чего кирпич. Песок тебе? Кирпич. Так, пацаны, надо доска, чтобы, наверное, пожарить, да? Ага, жарится. Я хочу вторую плавильню сделать, чтобы быстрее у нас. О, а что мы сейчас плавим там? Плавим сейчас медь. Ага. Ребят, у кого есть болт один? В хламе, в хламиднице есть три болта. Там это, в большом хранилище лежит два моих болта. И я туда положил забрал. Еще. Ой. О, железо, две штуки.
Ого, у нас листья. Если что, веревка всегда есть. Ой, красота. Я жадный, все съем. О, мы можем теперь, у нас поскольку якорь вообще бесконечный, мы можем теперь вокруг острова плывать, если долго возвращаться. Угу. И на этом месте тупо останавливаться. Прикольно. Если далеко от плота отплыли. Куда вообще дерево делось? На этот? На постройку плота? Ну я свое потратил, а больше ничего не потратил. У Сереги было много дерева, не знаю. В сундуке? Большой. А, вот. Я хочу сейчас еще пойти добыть. Мы же поплыли, это уже как-то мне надоело тут стоять. Да, не, мы давайте. Реально, да, а то игра про путешествия, мы как додики сидим тут. Мы поплыли. Ладно, да подождите меня. Подождите, да нет, ты, это ваши проблемы, что ты не успеваешь. Подожди, здесь 4 железа. Давай, до свидания. 4 железа? Где? Давай, да, 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 забыть. у меня. Просто плывать остров вокруг, у меня. А я там жал. Вокруг острова? Мы от острова плывем, давай. Ну, ребята... Ну, давай, ну иди к нам. Сейчас я всплываю. Да не, мы так чуть отплыли. Да на сантиметр. У меня 6 железных рук. Я не понимаю, где ты. Ну, я там, короче, где ты за ламой бегал. За этой... Все, понял. Сейчас... Ой, я поднял, случайно. Стойте, сейчас запущу, стойте. Нажми ей еще раз. Да, все. Быстрее я бегу добычу надо. И тогда так, уже прикольно сделана поплывем. Система. Так, надо нам будет сюда плыть, то ветер туда дует. Серега, а когда ты скрафтишь железный крюк? Я уже скрафтил. А, ты болт для этого хотел, да? А что, он вечный теперь или что? Нет, не, он... очень много прочности, его на он дольше хватит. Он дальше кидается, короче, его... Он быстрее притягивает. Ой, красиво. И быстрее добывает леса на дне. И на дольше хватает его. О, деревце как раз. Правда, я какой-то косорукий, блин, не могу попасть им. Да? Серега, используй прицел. Да, был? Да, вот я использовал. А ты говно! Взял, залутал мою доску. Хитрозадый Димка. В той серии воровал еду, в этой серии доски. Димка воришка. А в следующей серии это я буду раздетый, видимо, голожопый бегать. Ну а что ж еще делать, конечно. Ну естественно. Все, отплываем. Все, да? Да. Я поднимаю якорь. Поднимаем. Так классно, якорь подпрыгивает, смотрите, сейчас увидите. Свистать всех наверх, якорь. Смотрите, бум. Как на резинке, что ли, какой-то. Смотри, он как будто он из лопат состоит, изогнутых или да, чего? Да, это же самодельный. Ибо должен зацепиться, главное за что-то зацепиться. Кому такое нужно? Дедан... Ой, тьфу, блин, капкан, якорь. Кому нужен топор? Тебе. Я себе есть. Сделал. Так, плывем. Так, водички надо срочно. У меня есть металлический топор. У меня тоже есть металлический. Убираем. Она еще не рубится. Поньк. Так, в следующей серии это 100% у нас уже будет антенна сделана. Нам надо их 3. Надеюсь на эту. О, там нам ящик надо... плывет. Нам надо 3 целых антенны. О. Вижу хлам впереди. Отлично, ребята. Приближаемся к хламидии. Хламидиум. Это чайку услышал, не ва? Нет, тебе так, у меня это была арбузная семечка, как его садить? А тут тоже все посажено. Тут да? Вы что, все заняли да. Посадки? А, да, точно. Акула грызет! Где эта тварь? Грызла. Съела, да, кусок этого борта или нет? Да. Вот тварь, я и запомнил, в лицо. Приближаемся к хламу. Это лично, как я бью 2 железных слитка, это что? Одну берите этот, короче... Парус один, чтобы мы медленнее проплывали, то быстро на расхлам проплываем. А оно никакой не разницу в скорости да, нет. Я не думал, знаю, будет зачем разница. Серега сделал. Да, как давайте, уберем один. Убирайте один. Зачем нам 2 штуки? Убирайте, реально. Который около грили. Неудобно вот это, управлять, да. Когда 2 штуки. А так одним будет проще. А с него будут ресурсы упадут? Нет, он просто разбирается.
Так, есть... Бочка, я бочка. Я сейчас попробую скрафтить плавильню еще одну. Не, не хватает еще два песка. Еще не хватает. Вы не добыли нигде ни песок? Локдок, нет песка? Не-не-не. Сейчас это найдем. Плохо. Может, в бочках где-то будет, не? Может, в бочках, да. Тут тоже падает. А давайте... А вон вот бочка. Я вижу впереди, да. Ребят, давайте этот пару, чтобы он нам не мешал, вот сюда вот наверх ткнем. Вот на там антенна будет стоять. Да нет, пока просто временно. Отлично. Куча хлама впереди, ребята. Давайте лутаемся. Пластик. Пригодится. А вон впереди еще одна бочка есть. О, вижу, вижу, вижу. А где бочка? Вы что можете поймать? Вы не тратите крюк. Вот так. Да? Подплывет и поймаете. Че так тратить? Да? Ты умный такой? Прикинь. Вот, блин. А дайте болт, пожалуйста. Так, болт? Моя досточка. Зачем тебе болт? Он мне нужен для... Зачем? Второго железного крюка. Я вообще хожу без оружия, Локдок. А зачем? Зачем я хожу без оружия? Потому что оно быстро ломается. Здесь надо тратить ресурсы на нужные вещи. Там остров. А нет, там еще один плот, короче. Да? А вон, да, вижу. Так, моя доска. Ладно, не моя. Мои листья. Мои. О, мы сейчас будем лутать плот. Это хорошо. Справа у нас есть остров. Так, вот этот раз я тоже хочу. Ты уже плывешь? Да. Я псих. Да. Дурак. Плоту. Да. Так, Серега, это же далеко. Нет, это так кажется. Оказывается, акула съела. А я живой. Ай, акула! Повезло. Серега, из-за тебя акула меня ест. Нафига я согласился? Как бы его съела. Да я хотел на авантюру, как и Серега, попасть. Серега, я сейчас проиграю. Матерый. Ой, я воды соленой выпил. Я сейчас, Дима, я сейчас залутаю остров и тебя заберу. Да? Спасибо тебе. О, что такое? Ну все, я болен. Да блин, почему тебя не дома? Короче, я пожертвовал собой, чтобы ты доплыл. Значит, я могу забрать бочку. Ребят, я предлагаю... Предлагуй. Ловушка. Сеть ловушку, потому что она бесполезная вообще. Я на плоту, он уже тонет. Да, надо быстрее как можно забрать. Блин, а у меня еще так и будет высвечен этот экран? Я забрал, я плыву. О, бочка. Надо бочку залутать по пути. И меня забери, я тут дохлый валяюсь. Заберу тебя, держись, держись. Да куда держись, за что держаться? Я за заберу. Голову свою. Же... Да я уже заберу, не надо. Какой? Не. Я уже хрен тебе. Быстрее. Моя добыча. Моя добыча несет. Буга-буга. Отлично, ребят, и утро уже настает, да? Или это вечер? Вечер. Так, нажмите любую клавишу. Отлично, отлично. Куча хлама. Коврик. Мы сейчас хорошо залутаемся, прям вообще отлично. Рецепт овощной суп. Зачем овощной суп рецепты? Из акулы. Это потом, когда можно будет совмещать, короче, когда у нас будут столы уже, мы будем супер продвинуты. Там можно будет совмещать в кастрюле несколько питательных веществ, короче, и делать из них блюда. Так, как кожа у меня она. Есть. Я кожу могу изучить или нет? Кожа жопы дракона есть у тебя? Конечно. Каждый день извергаю. Так, канистрочка, плыви. Чпоньк. Моё. Зачем тебе? Не трать на хрень. Я не трачу, я свое железо собираю для других крафтов. Каких? Для копья? Дурак, что ли? Вон, иди акулу убей. Ты без оружия так ходи. Дал по башке, но это не сработало, не убилась она. Подлюка такая. Так, надо веревку, наверное, да, запилить? Мало листьев. О! Это хорошо. Чпоньк. Веревка. Отлично. Один? Да, один, походу. Так, подожди, а для того, чтобы строить плот, надо что, доска и веревки или что-то еще надо? Доска и... Пластик. А, и пластик надо. А я думаю, это что, не могу куча кубиков хочу поставить, не получается. Да, хорошо, будем пластик тогда. Еда нужна. Вот еда. Еда всем еда нужна. Надо удочку сделать. Я ловлю рыбу, пацаны. Ловлю рыбу. Опа. О, свекла.
так близко затянул, но поймаю. Так, пацаны, классно развиваемся. В следующей серии по-любому мы должны что-то сделать для того, чтобы дальше все у нас было. Отлично. Я ах тоже ты, чайка, засранка, а? Уже удочку, да, запилил? Короче, картошку, свеклу. Ого, смотрите, какую рыбу жарю. Подойдите до мангала нашего. Ого. Это сомик какой-то. Да, я такую уже тоже ловил, но я случайно ее съел. Да? Угу. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжение, четвертую часть по игре Raft, ставьте лайкосик, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и посмотрите наши части по Рафту еще.